Это же просто новый челлендж какой-то. Смотрите, она шевелится. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Она убегает от меня. Она шевелится, она живая. Мы создали чудовище. А ведь киса Алиса права. Это просто Франкенштейн в мире лизунов. Аккуратней, покемон, чтоб твой веник там не застрял. А то потом что мы будем с тобой делать? Как же уже достал этот карантин. Ну и чё, чем заняться-то, а? А может, приготовим что-нибудь вкусненькое и необычное? Мише лишь бы пожрать. Ну а что, приготовим какой-нибудь классный рецепт и покушаем, как обычно, ням-ням-ням-ням-ням. Да мы и так все время жрём. Скоро вообще разжиреем. Киса Алиса права. Может, спиннер-челлендж? Раскрутим снова 1000 спиннеров. Посмотрим, кто из нас круче. Вообще-то, Эйвен, если ты не знаешь, Аня все спиннеры раздала на фан-встрече. Эйвен, не расстраивайся, не грусти. А может быть, снимем видео в наш ТикТок? Или Ванин ТикТок, где мы, например, все в розовом цвете поем какую-нибудь песню. Опять ты, Софи, со своим розовым цветом и с ТикТоком этим. Уж лучше тогда в наши Инстаграмы видео снять. Ой, да ну тебя, Алиса, можно и в Инстаграмы снять, чё? Короче, дурацкие у вас идеи, давайте лучше устроим войнушку с 1000 троллей, помните? Супер-битва, супер-бой! Как в прошлый раз, стрелялка, было весело. Очень интересно. Вообще-то мы троллей уже давно детям знакомым отдали. Как это отдали? Ну тогда нам вообще нечем заняться. Стоп, ребята, знаете, что я придумала? Слаймы, слаймы, слаймы! Юмичу, опять слаймы? Нет, не просто слаймы, вы что, забыли? У нас же есть супер-лизун-гигант. Гигант-лизун, точно! Я поняла, я, кажется, поняла, покемон, твою идею. Помните, мы из миллиона слаймов сделали 4 своих гигантских слайма. Самых разных. Да, и у тебя, Юмичу, был сопли-слайм. Это не важно. Я поняла, что покемон хочет сделать. Погоди, еще не дорассказала, ничего не поняла. А вот и поняла. Короче, помните, мы их заблендерили в блендере и решили делать слайм-гигант. И каждый раз постепенно в этот гигант мы добавляли и добавляли слаймов. Он становился все больше, помнишь, Миш? Да помню, помню я. Ничего не помнишь. Киса Алис, хватит быть такой токсичной, а? Это я-то токсичная, это вы токсичные. Да ты даже не знаешь, что это слово означает. Ну и что? Все равно это вы. Девочки, ну хватит, дайте Юмиду рассказать. Короче, делали же мы вот этот вот слайм-гигант из разных лизунов. С каждым разом он рос и не вмещался в нашу коробку. Мы устраивали со слаймами всякие челленджи, но самое главное, это тот гигант, про который мы до сих пор не сняли. Да он, может, уже сдох давно. А вот и не сдох, киса Алиса. Значит, ты не разгадала мою идею. А вот и разгадала. Ну так вот, в конце концов, у нас получился вот этот вот гигантский гигант, просто из огромного количества слаймов. А вот теперь я точно разгадала, что Юми придумала. Супер-мега-уничтожение гиганта. Нас ни вирус, ни ковид не пугает, не страшит. Любой вирус и ковид наша дружба победит. Пока Аня пошла за нашим гигантом, вот у меня вопрос. На нашем общем канале Magic Family больше 2 миллиона подписчиков. И ему золотая кнопка уже пришла. А нам до сих пор не пришла. Хотя у нас уже тоже почти 2 миллиона. Кстати, давайте пока Ани нет, раскроем секрет. Секрет вот там вот внизу. Есть ссылка на видео! Юмичу, а можно нормально объяснить, а? Там внизу, которая вышла сегодня на канале Magic Family! Новое крутое видео, крутое видео! Мы там такое крутое, мы там, знаете что? Такое вообще видео! Юмида, успокойся, никто ничего не понял даже. Короче, там секрет, сходишь и посмотришь. Не будем рассказывать ничего. Это секрет. Вот. Лучшая реклама нового ролика. Да уж. Жесть, какой он тяжелый. Класс, Ань, давай посмотрим, что там. Он вообще там живой? Ну, я не знаю, можно ли про слайм говорить, что он живой или нет. Ну, как бы вот. Начнем с того, что мы его сожжем. Для начала пусть пройдет испытание огнем. Киса Алис, ты уже испытывала слайм огнем. И было очень круто. Не-не-не-не, ребят, если мы его начнем жечь, то сгорит весь дом. Зальем его белизной? Да, я помню, Софи, твой любимый эксперимент заливать лизуны белизной, но чтобы залить этого монстра белизной, нам понадобится целая ванна, которую мы испортим. А давай его пожарим, зажарим его на сковороде, давай, Аня. Я знаю, Юмичу, что ты обожаешь жарить слаймы, но вы можете себе представить, какая нужна сковорода, чтобы его пожарить? А может, через мясорубку его? Точно, Мишка права, давай замесорубим. В мясорубку нашего гиганта. Юми, хватит
мне на голову наступать. Когда это маленький слайм, его, может быть, и можно замесорубить. А у меня нет такой огромной мясорубки, чтобы этого монстра уничтожить. Это надо ехать на какой-нибудь завод по изготовлению фарша. Как насчет заморозки? Да он весит 100 килограмм, это же не маленький слайм. Где мне такую морозилку взять? Вы бы его поднять попробовали, я еле его дотащила. Сварить? Ага, в гигантском котле разве что, как аборигены. Я же говорю, это вам не лизунчики уничтожать. А помните, мы собирались его машиной переехать? Крутая была идея, да? Ой, крутая! У меня лично машина одна. И свои колеса я портить не собираюсь. Если у вас есть своя машина, пожалуйста. Да и что там говорить? Его самым простым видом уничтожения не уничтожить. Вот у меня нож, им не порезать. Вот, пожалуйста, ножницы. Я попробую взять кусок и... Да, он отрывается. И отрезать. Вот, что это за уничтожение этого гиганта? Я... Ой. Погоди, Ань, ты права. Чего просто так болтать? Давайте его выложим отсюда, вынем и посмотрим. Окей, но только я застелю огромной пленкой всю комнату. Иначе это не мы его уничтожим, а он нас уничтожит. Вау, огромная пленка, это прикольно. Это даже прикольнее, чем уничтожение лизуна-гиганта. Это же просто новый челлендж какой-то, смотрите, она шевелится. Киса Алиса, она не шевелится, это я ее шевелю, пока расстилаю. Нет, это она сама шевелится. Нет, это я ее шевелю, потому что я расстила ее на всю комнату, чтобы этот лизун, когда мы его выльем сюда, не уничтожил пол в комнате и нас всех. Да это же просто офигенно! Целая комната пленки. Киса Алиса, ну не мешай, Аня, а то мы никогда не закончим. Точнее, не начнем уничтожать наш слайм-гигант. Да отстаньте вы от меня, тут такая развлекуха намечается, вы что, не видите? Очень интересно ходить по пленке. Да, очень интересно. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Просто супер развлечение. Смотрите, я ее гоню, она убегает от меня, она шевелится, она живая. Так, вроде почти все готово, еще немножко осталось с других краев. Так, дай-ка я проверю, везде ли ты ее закрепила, смотри, вот тут какой-то пузырь. Спасибо большое, мой проверяльщик, я везде ее закрепила, все нормально. Ага, а вот это что такое за пузырь? Она дышит, это живая пленка, точно вам говорю. Ну, кота-монстр ты даешь, ну, вроде готово, да? Ну да, вроде готово, и киса Алиса в центре. Именно там ей надо было лечь, где мы будем распластывать наш слайм. Кто еще тут токсичный, а? Ладно, правда, киса Алиса, давай, отходи, а то я притащила эту карабень. По сравнению с вами она очень большая, а вроде на вид по сравнению со мной не такая уж большая, но такая тяжелая. Так, отлично, давайте начинать. Да, Ань, давай, доставай, вываливай его сюда. Я-то вывалю, вы разойдитесь подальше, а то мало ли он выльется, и вы лапами в нем застрянете, я потом замучаюсь вас отмывать. Короче, разойдитесь все. Воу-воу-воу-воу-воу. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, мы создали чудовище, монстра. А ведь киса Алиса права, мы создали монстра. Сейчас еще ждать, когда он оттуда весь вывалится. Он просто ужасен. Киса Алиса, ты там аккуратней. Это реально чудовище, да? Да вообще жесть. Чудо-юдище. Монстр какой, кошмар. Сейчас еще этот весь кошмар ваш надо сюда вывалить, а то он не может нормально вылезти. О, вы видите, как странно, какая-то его часть растягивается и разливается. Мне кажется, с ним что-то не так. Какая-то его часть стала жидкая, похоже. Разжижилась, а какая-то наоборот, почему-то твердая. Вы думаете, чудовище испортилось? Меня завораживает его уродство. Я просто могу лежать и наблюдать за этим монстром. Пахнет как-то странно. Да, Ань, ты это, перчатки надень, надо же его все-таки разглядеть получше. Да, я уже догадалась, Юмичу, спасибо за совет. Сейчас я его попытаюсь вот с этой вот коробки весь выковырить сюда, чтобы освободить контейнер и посмотреть, как это все выглядит в своем полном размере. А тут еще очень много осталось на дне. Вот же жесть какая, он даже к перчаткам прилипает. Это просто Франкенштейн в мире лизунов. Франкенштейн был человеком, Юми.
Он был не человеком, а чудовищем, которое оживил профессор. Вот мы сейчас этим и занимаемся. Мы оживляем чудовище. Блин, мне уже самой реально страшно от того, как это выглядит. Ребята, возможно, через камеру не передается, но он просто огромный, такой гигантский. У меня довольно большая комната, и он занимает в ней почти всю середину. Ладно, жижа, а что за горб-то у него там, а? Да, давай поковыряем его горб. Как же все это жутко звучит и как же все это ужасно выглядит. Короче, в этом горбу, как вы это называете, который никак не хочет размазываться по полу, там на самом деле какое-то углубление. А блин, это вообще невозможно растягивать. Он настолько огромный и тяжелый. Короче, в этом углублении всякие украшения. Мы же туда засовывали слаймы и с пенопластовыми вот этими шариками и всякими штучками. И вот они почему-то все здесь. Сейчас я оторву кусок и покажу вам. Вау, какая гадость. Реально Франкенштейн просто какой-то. А мне, если честно, это напоминает чужого. У меня все время ощущение, что сейчас какой-нибудь монстр отсюда просто вылезет и схватит меня за руку. Но все-таки интересно, почему же все эти украшения от слаймов остались лишь в одной части лизуна, скопились именно тут и образовали этот жуткий горб? А он-то потихоньку расползается по комнате. Да, кроме горба есть еще нормальная часть лизуна и есть вот эта жижа. Да, то есть частично он здоров. Из этой всей огромной жижи, несмотря на гигантские размеры слайма, есть более-менее здоровые части, которые, в отличие от жижи и вот этого горба, ведут себя как самый обыкновенный слайм, растягиваются, не прилипают к рукам и так далее. Но вот этот горб и вообще, ну, короче, посмотрите, какой же он гигантский. Аккуратней, покемон, чтоб твой веник там не застрял, а то потом что мы будем с тобой делать? Киса, Лиз, хватит держать меня за хвост. Я тебя спасаю, скажи спасибо мне. А, ну спасибо. У меня руки устали его размазывать. Короче, походу это была плохая идея, надо его выбросить, пока он не ожил. Да, ты права, киса Алиса, а ты иди скорее лучше смотри ролик на канале Magic Family. Новое видео, пока.